Смотрите, что с ней происходит. Она меня тянет. За ней я еле успеваю. Что мы вышли на дорогу, которая ведет к лагерю. Вот елы-палы. Ну как ее это? Лишить общения. Может быть, там сейчас никого не будет. Мы будем первые. Ника, Ник, в сторону. Иди сюда. Быстро, 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 быстро в сторону. Иди. Молодец, да? Ой, солнце мое. Идем посмотрим, ладно. О, Альди. Нормальное такое существо. А, гляньте. Он еще повернул голову, на Никольку смотрит. Давай, Николь, боюсь я вообще всех этих, как его, насекомых. На прогулке мы утренней. Мы стали чуть позже с ней просыпаться, вставать. Потому что темно, я потемно боюсь выходить. Хотя, может быть, все-таки, может быть, не изменять свои привычки. Как выходили рано, так и выходить. Идем, давай, давай, давай. Идем на аллейку, выходим. Мы с Николькой пришли домой. Помыли лапы, позавтракали. Я искупалась. Вот, и сейчас я себе наносила патчи. Слушайте, стала патчи хранить в холодильнике вот так вот. Вверх тормашками. Ну, так на самом деле удобно. Вся сыворотка спускается вниз. И потом, когда я использую патчи, у меня верхние патчи всегда бывают пропитанная этой сывороткой, вот, и на лицо нанесла сейчас вот эту пузырьковую очищающую маску, Bubble Mask, очищает поры, насыщает кислородом, осветляет тон кожи, флоресан, белый лед. Ну все, так что я пошла 20 минут пузыриться, у меня машинка стиралась. Ой, что же я сделала-то, господи, вот тебе раз. Вот так вот. Все по новой. Ладно. Бывает. Ну, вот так вот отвлеклась. Да, я пошла пузыриться. Минут 15-20 попузыримся. Сколько у нас уже? 9. Ну вот, я пойду, поотвечаю вам на вопросики. Девушка кайфует. После мытья лап, кормления и так далее. Привет всем, скажи доброе утро. Красавица. Процесс идет. Загружаю подругам в Телеграм. Вот отчет о кофе тайм. Попросила присоединиться. Предложила, точнее, присоединиться. У меня свеча. Плавящийся букет. Как есть. Так, кофе у меня с молоком, потому что сливки закончились. Пока сливки не приобрела. Я не знаю, сегодня вряд ли я смогу поехать в магазин за продуктами. Они уже нужны. Завтра, возможно, поеду, но сегодня вряд ли. Вот. Да, что у меня на тарелочке кофейной? Албухара. Одна штучка, два чернослива. Один такой брусочек сыра маздам порезала на вот такие маленькие кусочки. И два у меня кусочка шоколада с орешками. Подождите, я забыла, какой это был у меня шоколад-то. Какой был шоколад? Зато есть яйца, понимаете? Когда есть яйца, это очень важно. А, ну вот этот Ritter Sport. А, миндаль и апельсин. Да, миндаль и апельсин. Вот. У меня там есть еще цельный лесной орех. Вот. Яйца есть уже хорошо. Есть творог, есть сметана. Замечательно. Живем. Немного сыра на один раз. Живем не то слово. Кайфуем. Все. Мне приятного кофепития. Кстати, чуть-чуть запоздала 20 минут 12, потому что заливала ролик в YouTube. Спасибо большое. Там девочки напоминают, подсказывают, чтобы ставили лайки. Спасибо огромное. Это с вашей стороны большая поддержка. Они тоже признаются, что сами забывают. Я буду стараться в закрепленных видео, в закрепленных комментариях напоминать вам. Ну, кто захочет, обязательно поставит. Кто не захочет, ради бога. Все. Всего самого замечательного. Всем доброе осеннее утро. Теплое, романтичное. Давайте расскажу сейчас веселый случай. По поводу вот этой ситуации с Юмика и Дукян. Сейчас только сегодня, давайте, чтобы не быть голословной, вот 02.09, 2 сентября, 11.29. Ну, я с ним разговаривала, с оператором, наверное, с консультантом минут 5, скорее всего, да.
были претензии с моей стороны. Вот, попросили извинения, и только сегодня они пообещали. Хотя они еще собирались вчера со мной связаться, если что. Вот. Вот, сегодня только они привезут мне эти грудки. Этот заказ был сделан, по-моему, 29 августа. Чтобы вы понимали, это был четверг. Я это точно хорошо помню, потому что в пятницу утром я уехала на дачу. Это был четверг. Ну, по крайней мере, извинились. Чем все сегодня закончится, я не знаю. Я буду держать вас в курсе. И обещали мне 10% скидку на следующий заказ. Я сказала, что, вы знаете, если я вдруг решусь, остыну и решусь воспользоваться вашей, услугами вашей компании, то возможно, что я и воспользуюсь вашим промокодом. Но, честно говоря, у меня, ну, как бы осадок. Я съезжу либо сегодня, либо завтра сама в магазин. Вот. Вердикт вынесем. А дальше будет видно. Очень неприятно. Потому что связь с операторами происходила тупо. Они то не отвечают очень долго. Ну, в общем, ладно, что говорить, не хочется это затрагивать. Я вообще не хочу этот негатив, ну нафиг вообще. Ой, у нас же доброе с вами утро. Посмотрим, если сегодня привезут, наконец, эти бедрышки, которыми уже ни в какое место не уперлись, по крайней мере, в сегодняшнем дне точно, то они мне были нужны тогда, очень были нужны. Сейчас они мне будут лежать в морозильнике. Больше всего я не люблю работать с документацией, вот расфасовывать свои тесты, конспекты. Это для меня такое муторное занятие. Боже мой, делал бы кто-нибудь это за меня. Я лучше 3 раза бегу по дому, я его уберу полностью весь. Но вот эти вот бумажки, вот это все раскладывать. Господи, как я не люблю. Вот это, знаете, вообще все справки. Вот когда куда-то нужно ходить, что-то доставать. Я не знаю, по каким-то инстанциям бегать. Вот есть же люди-любители этого, да, они готовы перебирать справки целыми днями, вот эти вот бумажки. Я не могу, мне просто, честное слово, дурно. А под конец года у меня вообще, знаете, того, что я уже сильно расслабляюсь, я не парюсь над тем, чтобы все положить на место. И, боже мой, потом у меня такой раздрайв, в общем, образуется. Ну, ладно. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что я вот раскладываю по местам, ну, свои рабочие материалы, плюс к тому же, ну, когда подготавливаю к началу работы, так как сегодня у меня первый рабочий день, вот, я хочу ответить на один вопрос, точнее, вроде бы как должен был быть вопрос, ну, давайте так, лучше я прочитаю сначала, потом будет понятно. Ругия, здравствуйте, у меня давно назревал такой вопрос. Меня всегда удивляло, как учителям не надоедает доносить до детей одну и ту же информацию. В смысле, в школе, да, я так поняла. А вы тем более репетитор. У вас ведь фиксированный материал, каждый год одно и то же, я бы сошла с ума. То есть, я так поняла из вашего комментария, что вы хотите спросить у меня, надоедает мне это или не надоедает. Вы знаете, мне кажется, каждому свое. Вот, например, я никогда не понимала бухгалтеров, потому что они все время подсчитывают вот эти цифры. Я всегда думала, боже мой, вот они потом как засыпают? А что им снится? Наверное, снится им... Вот, кроме цифр ничего больше не снится. Мне кажется, что у них черно-белые сны, цветных не бывает. Или, допустим, люди, которые постоянно работают со справками, да, вот открыла папку, там, я не знаю, полистала, что-то достала, что-то вложила. Вот когда я наблюдала за людьми, которые в каких-то конторах работают с бумагами. Вот как я сейчас нервничаю от этой работы, которую я произвожу, или как люди, которые работают только с цифрами. Вот я тоже задавалась таким вопросом. Как можно изо дня в день, от звонка до звонка, да, вот высиживать на работе и заниматься одним и тем же? Опять-таки хочу сказать, каждому свое. Наверное, даже тот же самый бухгалтер, ну, находит какие-то плюсы своей работы, наверное, любит свою работу. Точно так же какой-нибудь клерк, который сидит в своей конторе, перебирая бумажки, наверное, ему это нравится. Что касается работы в школе и репетиторства, вы знаете, только на первый взгляд кажется, что материал один и тот же, что преподаешь, то есть рассказываешь одно и то же. Но я вам должна сказать, что нет. Дело в том, что рассказываешь каждый раз по-разному. Приводишь каждый раз разные примеры. А почему? Потому что дети-то меняются, они в один год, например, это одно поколение, у них свои вопросы, свои интересы. Когда приходит другое поколение, ты начинаешь чувствовать, что как бы
Подготовленность, то есть уровень подготовленности детей, он уже другой. Где-то приходится выкладываться для них, например, больше и больше примеров приводить. Почему? Потому что ты понимаешь, что у них собственных наблюдений меньше. А где-то наоборот, бывают дети, у которых достаточно богатый опыт наблюдений, и они тебе еще могут помочь, и тебе еще могут преподнести какой-то пример, да? То есть любого явления, любого процесса природы. Плюс к тому же дети, знаете, в процессе нашей работы нас же обогащают своими собственными вопросами. Есть же очень любознательные дети, они задают такие вопросы, над которыми ты сама никогда не задумывалась. И ты себя, ты свой опыт обогащаешь как раз-таки, да, дополняешь вот новыми знаниями, находя ответы на их вопросы. Это на самом деле очень интересно. Это только кажется, что скучно, поверьте. Николя? Николя? Ага. Сейчас это буду ее кормить. Ну, у нас игры сейчас начнутся. Я сама уже подготовилась. Ну, как я пообедала. Вот, теперь буду ее кормить. Привела себя в порядок. Готова к труду и обороне. Сегодня первый рабочий день. Вроде красилась. Знаете, краска уже не берет мою седину вообще. Смотрите, сразу моментально смывается краска. Просто думаешь, такие деньги. Блин, такие деньги. Лучше бы меня дочь покрасила. Возьму в следующий раз какую-нибудь такую рядовую краску. Все, все, Николя, все подготовили. В общем, у нас сегодня начинается с вами рабочий день. Трудовой. Давайте я сделаю это вот так. Вот сейчас все, оно будет совсем по-другому. Понимаете? Все, потому что здесь не такая седина, как там. У меня седина так фонтаном из центра, ладно. Что хочу сказать, в общем, начинаются у нас с вами трудовые будни. Мы начинаем с вами работать. Вот, и, ну как? Все как обычно. Но в этом году я оставила себе больше свободного времени. Само собой, что... Это, конечно, влияет на заработок, но это мое осознанное решение. Потому что, знаете как, всех денег не заработаешь, а время оно уходит, и оно так быстро утекает. И я себе сказала, Рогия, хватит. Когда-то же ты сделала один шаг, да? То есть ты, ну, тоже осознанно ушла с государственной работы, понимая, что это такой серьезный шаг. Вот. И сейчас я тоже себе сказала, у меня же есть дача. Я хочу там бывать чаще. А поэтому я должна себе больше времени выделить свободного. Плюс к тому же я хочу больше видеться со своими детьми. Поэтому всех денег точно не заработаем. Да и зачем? Все нормально. Главное, чтобы мы с вами были здоровы. Все остальное потихонечку будет прикладываться у нас, правильно? Все, ваша подруга. Через 50 минут приступает к работе. Идем, Никуля, я тебя погоняю. Вот, и я сейчас прилетел такой комментарий, буквально вот-вот-вот только что. Я, правда, с этого телефона его видела, но я сейчас здесь его... видно, не видно? Видно, не видно? Ну, ладно, смотрите, так скажу. А почему с подругами на «вы»? Или я ослышалась это под роликом, где мы с девочками были в чайной? Почему я с подругами на «вы»? Потому что одна старше меня на 11 лет, другая старше меня на 24 года. Вот поэтому на «вы». Вот. 24 или 23 года. Света старше меня на 11 лет, а Жанна старше меня на не то 24, не то 23 года. Во-первых, когда я с ними познакомилась, я была девчонкой, которая вышла из декрета и пришла в школу, в которой работали Света и Жанна. И как-то так повелось, что там на «вы», потому что они все-таки старше. Вот и по сегодняшний день на «вы». И Гянка, правда, того же возраста, что и Света. Она даже старше Светы на полгода. И Гяна, прости, правда жизни. Но с Егянкой как-то получилось я на «ты». Даже так как-то Егяна запрещала Каме называть ее по имени-отчеству. И Кама с ней на «вы», естественно, но тоже просто Егяна. Вот. А со Светой, с Жанной, да, вот так вот, на «вы». Как она классно смотрится в этом домике.
Ну давай, выходи, пошли прыгать. Пошли, пошли, давай, 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 давай. Вот ее же еда. Ой, подожди. Сначала нужно достать. Что же, мы просто так, что ли, будем тебя? Ой, подождите. Подождите. Это была ваша подруга. Так, давай. Давай. Молодец, давай. Вот так и будем прыгать сейчас. Я еще отнять должна. Еще она меня покусать должна. Давай. Ну, Кося, где? Убирала после архаровцев. В конце трудового дня. Ой, елки зеленые, еще же это. Тряпки остались. Соседка пришла и рассказывает мне. Я не знаю, она стоит в дверях. Я ее прошу зайти домой, она не заходит. Зато стоит в дверях. Ладно. Вы этого не видите. Зато стоит в дверях, двери открыты, комары залетают. А я только что зажигала таблетку. Буду зажигать еще раз. Я ей говорю, зайдите здесь, поговорите. Нет, через дверь стоит, разговаривает, рассказывает, что у нас там обрезали эту. Ой, не смотрите это, пожалуйста, на мой глаз. Я обещаю, что такого больше не будет. Не смотрите. Она сказала, что там у нас якобы в парадные дверь собираются украсть. Думаю, господи, да кому оно нужно? А я ей говорю, ну, кому нужно, пусть забирает. Я говорю, мне не жалко. Она так смотрит на меня удивленно. Я говорю, я, знаете, так уже устала от мусора, который мне сверху бросают. Но, понимаете, она же тоже живет надо мной. Вот, я говорю, от мусора, который мне сверху бросают на голову. Я говорю, я уже устала. Лампочку отрезали, хотят забрать. Я говорю, пусть забирают. Кстати, эту лампочку делала я. Ой, да у нас мусор. А время потому что 9:30. А у меня уже сил нет. Никуда выйти не могу. Никуда выйти не хочу. Николька свои дела справила. На прогулку мы не пошли. Не могу. Вот. Она говорит, что лампочку там отрезали. Наверное, потому что хотят дверь забрать. Слушайте, кому нужна парадная дверь? Видавшая виды, а, Николь? Кому нужна парадная дверь, видавшая виды? Успела только вот белье снять. Вот. Сейчас белье разложу по местам. И все, Матильда, тебя кормлю. Да, тебя покормлю. Сейчас будем играть. Сейчас я белье разложу, Никося. Тебя покормлю и все. И бай-бай, поматрешка. Время уже 9:50. Ой, торпеда бегает. Угу. Торпеда. Че торпеда? Сама бы поела, было бы вообще хорошо. Ну да. Доехал до меня заказ. Привезли мне эти злосчастные куриные голени. Ой. В общем, привезли. Положу пока так. Положу пока так. Хотела на самом деле я их разобрать, просто мне не до них сейчас. Ну вот. Значит, рассказываю. Сначала звонят мне из компании. И, в общем, говорят, что курьер со мной свяжется, сегодня привезет. Я сказала, ну хорошо, ладно, вроде как вчера должны были. Ну ладно, сегодня, хорошо. Теперь через некоторое время звонит курьер и говорит, я сейчас приеду и заберу у вас пакет, который с чужим заказом. Я говорю, хорошо, а мой пакет? А он говорит, а ваш я потом привезу. Не, вы понимаете, какие умные, да? Я говорю, нет, милый мой, ты сначала мне привези мой, а потом я отдам чужой. Он сказал, да, ну хорошо. Я сказала, вот это все. Да, мне типа пришла смс, что мне подарили 10% скидку. Но я не хочу ничего иметь общего с ними. Вот пока точно не хочу. А ваша подруга стойко выдержала первый рабочий день. Очень стойко выдержала. Ну, а дальше будет видно. Все нормально, боже мой. Какие проблемы? Никаких проблем. Все, в общем, у нас это спокойной ночи. Мы либо где-то сами там дальше увидимся, ну, либо просто всем пока. До скорой встречи. Всех крепко обняла. Ваша подруга из Покуда.